это хозяйственное мыло. Да. Самое распространенное было. Мазолей. Точно мазолей. Очевидно, что это да, так это с ума сойти, как выставка там и какая здесь. Там то вообще что не лезло. Еще раз предупреди, да? Да, я позвоню. Я, наверное, тебе вышлю расписание, потому что на июне я уже там записан, когда я дежурю. Ну вот, когда дежурите, тогда я приду. Да, а в мае, вот сейчас какой-то перерыв, несколько дней будет. Я хочу даже в Изварю съездить. Ой, я туда все хочу тоже. Тоже хочешь ездить? Да, возьмите. Это, видимо, 24-е будет. Ой, я не смогу, если мая. И ехать-то надо рано. Ну да, у меня работа, плюс у меня на день рождения.